Должен тебе сказать, мы недовольны. Очень плохо. Он снова от тебя убежал. Сначала в музее. Большая ошибка тогда в музее. А затем в волне. Так вдобавок ты еще и раскрыл перед ним свое лицо. И все напрасно. Просто я не знал о некоторых факторах, мои владыки. Каких факторах? Как он может обладать Хрома? Это невозможно. Бред! Как он может обладать Хрома? Я не знаю, но совершенно уверен, что обладает. Вот почему он отразил мои ментальные атаки и успешно скрывался от полиции. Это может заставить нас изменить план. Это серьезно. Да, очень. Это еще не все. Кто-то вмешался. Что это значит? Когда ты был с ним в волне? Да, мой владыка. Кто-то отразил все направленные на Кейна атаки и защитил его. Это не был один из нас. Наверняка нет. Нет. Я думаю, это был кто-то еще. Его Хрома. Другая. Другой клан? Это невозможно. Остались только мы. У нас есть враг. Который также ищет дитя Индиго. Они не должны найти ребенка. Это была бы катастрофа. Катаклизм. Кейн на их стороне. Или они его просто используют? Он ключ. Он видит нашими глазами. Он не должен найти ребенка. Ты должен решить эту проблему. Определенно. Я уже принял меры. Я с ним наверняка разделаюсь и очень скоро. Не разочаруй нас. Ты можешь идти. Оракул в церкви Маркуса. Нельзя терять ни секунды, нужно предупредить его, иначе ему конец. Лучше подождать, Карло. Подмога будет с минуты на минуту. Ни за что. На этот раз я собираюсь взять его. Портье поклялся, что он был в своей комнате, теперь ему не уйти. Надеюсь, этот парень не ошибся, когда сказал, что узнал Кейна по фотографии в газете. С виду он такой слепой. Он бы собственную мать в телефонной будке не узнал. Мы найдем ответ в комнате 369. Отвечай, Маркус, отвечай! Здравствуй! Вернусь через минуту, нужно ответить на телефонный звонок. Собор Святого Павла. Маркус, он в церкви! Не дай ему схватить себя! Лукас, это ты, Лукас? Что происходит? Маркус, в церкви есть еще кто-нибудь? Да, когда зазвонил телефон, я разговаривал с мужчиной. Это он, Маркус! Это Оракул! Спрячься где-нибудь и закрой все двери! Не дай ему себя схватить! Маркус! Маркус! 369. Вот оно. Всем стоять! Или он изменился после того, как была сделана фотография, или это не он. Черт возьми! Что произошло? Девочка, успокойся, я думаю, произошло небольшое недоразумение. Тайлер, это не тот номер. Да? Наверное, здесь на этаже есть еще один номер 369. Птичка улетела из клетки. Я найду его, Тайлер. Обещаю тебе. Давай, пойдем.
Маркус, ты должен прийти немедленно. Они говорят, что убьют меня, если ты не придешь. Я в старом парке аттракционов. Умоляю, поторопись, они... Думаю, ты уже понял, что я не шучу. Так что не задерживайся. Я иду к своей смерти. Все, через что я прошел после того, как вошел в ту забегаловку, все эти события вели меня к этому. Я устал бороться. Устал все время бежать и скрываться. Я все равно проигрывал. Осталось сделать только одно. Попытаться спасти Тиффани. После этого я решил больше не бороться со своей судьбой. Лукас! Лукас, помоги! Тиффани! Она наверху американских гор. Нужно найти способ туда забраться. Наслаждайся поездкой в Дубай. Вот и все. Все кончено. Теперь остается только ждать, впрочем, недолго. Отлично. Все прошло по плану. Я чувствую еще сигнал. Спинномозговая активность. Ему снится сон. Вставай, Маркус, пора. Скорее, у нас мало времени. Лукас, ты точно хочешь идти? Да может быть опасно. Маркус, нам же нужно быть готовым ко всему, так? Может, там корабль пришельцев? Или гробница древнего короля со всеми его сокровищами? Или гигантский замерзший динозавр? А что, если там секретное оружие для завоевания мира? Давай, пошли быстрее. Ангар хорошо охраняется. Нужно поторопиться, чтобы нас не поймали мама с папой.
Быстро прячемся! Дальше не пройдем. Этот солдат загородил нам дорогу. Один из нас должен проскользнуть и найти способ пройти дальше. Лучше мне сначала дождаться Маркуса. И что? Единственный способ пробраться в ангар незамеченными – забраться за телеграфный столб и перелезть по проводам. Это невозможно. Столб прямо у солдата перед носом. Знаю, но другого пути нет. Слушай, я попытаюсь сделать так, чтобы он отвернулся, а ты в это время забирайся на столб. Я постараюсь, чтобы у тебя хватило на это времени. Хорошо, но как ты это сделаешь? Встретимся дома. Расскажешь все, когда вернешься. По крайней мере, так мы точно узнаем, есть ли в ангаре летающая тарелка или нет. Лукас, дело за тобой. Ты здесь делаешь? Сэр, я ищу своего кота. Он убежал из дома. Он был на куче мусора, а потом убежал, и я не смог его поймать. Ты один из мальчишек Кейна, да? Иди домой, сынок. Не нужно тебе в такое время одному тут разгуливать. А как быть с котом, сэр? Найдем его завтра. А сейчас иди домой.
владыки. Ясно. Отлично. Теперь ты должен как можно быстрее найти дитя Индиго. Осталось мало времени. Видение становится все яснее и яснее. Я почти обнаружил, где она находится. Действуй. Времени мало. Ребенок должен попасть к нам. Пророчество должно исполниться. Ты можешь идти. Когда мне позвонили, я не колебалась ни секунды. Я никому об этом не сказала, даже Тайлеру. Я знала лишь, что мне нужно было прийти на могилу Тиффани Харпер, бывшей девушки Лукаса Кейна, похороненной этим утром. Она была хорошим человеком. Не нужно было ее во все это впутывать. Вы не арестовывать меня пришли. Вы знаете, что не я совершил все эти убийства. Да ну, а почему вы так думаете? И я читаю ваши мысли. И я знаю, что это дело заинтриговало вас настолько, чтобы вы согласились меня выслушать. Странно. При разговоре у него изо рта не идет пар, как будто он выдыхает холодный воздух. Ну, и кто же тогда убийца? Я не знаю его имени. Я даже не знаю, есть ли на свете кто-то, кто это знает. Все, что я знаю, он Оракул Майя, который обладает достаточной силой, чтобы стирать воспоминания о себе у тех, кто его видел. Зачем ему убивать всех этих людей? Он проводит обряды, чтобы найти девочку, дитя Индиго. Зачем ему эта девочка? Я точно не знаю. Все, что мне известно, этот ребенок особенный. От нее зависит судьба всего человечества. Оракул действует не в одиночку, так? Он член тайного клана, который объединяет сильнейших на Земле. Их сила безгранична, и они сделают все, чтобы найти дитя Индиго. Это оранжевый клан, да? Вы уже знаете про них? Я разговаривала в психушке с одним из убийц. Он упоминал об оранжевом клане. Ай, все это невероятно. Но и его рассказ вполне логичен и соотносится с тем, что я знаю. А ваша квартира? Когда мы пришли вас арестовывать, все стены были покрыты оккультными знаками и вырезками газетных статей об убийствах. Все было подстроено, чтобы сделать из меня идеального подозреваемого. За этим стоят Оракул и его клан. Как вы все это узнали? Я просто знаю, вот и все. Вопрос не в том, правду я говорю или нет. Вопрос в том, поможете ли вы мне. Зачем вы мне все это рассказываете? Потому что вы единственная, кто знает, что я говорю правду. Даже если все это правда, что мы можем сделать? В это никто не поверит. Если Оракул и правда обладает всеми этими способностями, как нам его остановить? Нужно найти дитя Индиго до него и спрятать ее в безопасном месте. Вы знаете, где она? Еще нет, но я ее найду. Когда Оракула посещает видение, я вижу его глазами. Если он ее увидит, увижу и я. Это просто безумие. Поверить не могу, что я здесь стою и говорю о спасении мира с беглецом, которого ищет вся полиция страны. Вы вольны выбирать, на чьей вы стороне. Можете меня арестовать, а можете довериться мне и спасти дитя. Но решайте быстрее. У меня мало времени. Что же делать? Если он лжет, я стану сообщницей убийцы и отправлюсь в тюрьму. Но если это правда, то ему нужно помочь.
Ну, либо вы псих, либо настоящий герой. Ни тот, ни другой. Просто оказался не в то время, не в том месте. Его рука, она холоднее льда.